ходе расследования уголовного дела сотрудники ФСКН установили, что 42-летний сочинец занимается выращиванием запрещенных растений. Оперативники наведались в его квартиру в многоэтажном доме по улице Пластунской. Как оказалось, мужчина действительно организовал в своем доме парник для выращивания конопли. Для этих целей он установил на балконе дополнительную дверь, за которой и прятался запретный уголок. Мини-теплица была оборудована электролампой для освещения и вентилятором для контроля за температурным режимом. Каждый куст систематически удобрялся необходимыми добавками. Горшки и ящики, в которых зеленели растения конопли, размещались на двух полках. Всего наркополицейские насчитали 62 куста. Кроме парника, в квартире обнаружено несколько упаковок с готовой марихуаной и высушенными частями растений. Дурман сочинец хранил в шкафу, тумбочке и даже в диване. Общая масса изъятого вещества составила почти 13 граммов готовой марихуаны и более 100 граммов сушеной конопли. Несмотря на утверждение сочинца, что он выращивал коноплю и изготавливал марихуану для собственного употребления, учитывая количество изъятого, рассматривается версия о возможном сбытии вещества. Окончательные выводы будут сделаны в ходе расследования уголовного дела. Подозреваемый задержан. Ему вменяется незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические вещества, и незаконное хранение наркотика.